Я приветствую вас, сейчас и всегда, признавая момент, признавая правду и высшую правду. И это моменты, которые мы исследуем вместе. Ведь применительно к каждому моменту мы можем сказать, что в нем есть истина, более низкая истина и более высокая истина. И в эти дни вы увидите, как все больше низких истин выходит на передний план. Означает ли это, что те вещи, которые проходят перед вами, не являются правдивыми? В определенных случаях — да, но в большинстве случаев — нет. Большей частью вы видите, как истины выходят на передний план, раскрываются. Те истины, которые были сокрыты, которые были спрятаны. И вы увидите, как в определенный момент все вещи, которые стали плотными, захотят снова стать легкими, чтобы начать вновь, начать следующий цикл понимания. И в этот момент те, кто были придавлены, прижаты к низу, отнесены на задний план со своей воли, согласия, с помощью или без помощи других, они выходят наружу. Вы видели такие большие букеты воздушных шаров? Вы видели, как трудно с ними управляться, как сложно дергать за все эти тоненькие нити, чтобы управлять всем букетом? Этом. Однако этого нельзя делать, поскольку все они наполнены чем-то более легким, чем воздух, чем тот, кто держит за нитки. И, естественно, они стремятся вырваться то в одном направлении, то в другом, потому что они хотят вырваться, оторваться от того, что их удерживает. Оторваться от того, кто держит за нить, оторваться от того, что притягивает их к земле. Именно так свет становится еще легче, легкость становится еще более легкой. Так проявляется момент, это побуждение, это попытка предстать на переднем плане. Почему? Не только для того, чтобы указать на того, кто удерживает их в поле гравитации. Не просто для того, чтобы заклеймить их или указать на те культуры и общества, которые это делают. Нет. Момент являет себя для того, чтобы пройти новый цикл. Видите ли, вы не можете запустить процесс рециркуляции для определенных материалов и остановить его для других. Все вещи, имеющие плотность, сейчас обретают новую цель, и их вдохновляет и оживляет эта новая цель. И эта энергия поднимается, она ищет выхода. Пусть она выйдет, пусть она воплотится в существование, станет чем-то другим, чем-то более высоким, более великим, чем-то совершенно другим. Поэтому все вещи в жизни, меньшие истины, большие истины, и даже то, что вы называете незначительными факторами в жизни, все они сейчас также проявляют свою сущность. А за ними, прямо за их занавесом, уже находится то, что является более легким и светлым. Потому что те вещи, которые уже прошли определенный цикл, готовы проявиться по-новому. И это касается всех вещей. Это касается ваших текущих дел, текущих событий и видов, которые сейчас живут на Земле. Те исчезающие виды, которые сейчас есть на Земле, исчезают по своей воле, для того, чтобы предоставить свое место другим видам. То же самое касается и так называемых нехваток или так называемого дефицита, отсутствия, потому что существует нечто, что ждет своей очереди, чтобы выйти на передний план. И если вам нужно больше доказательств этого, то вы, наверное, можете заметить, совсем недавно, в предшествующие дни, произошло извержение. Возможно, вы видели его, потому что оно было заснято на пленку. Извержение, движение, проявление вулкана,
который находится под океанской толщей, в том месте, которое вы называете южной частью Тихого океана. Так вот, проявление этого вулкана было низкой истиной, или меньшей истиной. Поднятие на поверхность этого небольшого участка суши позволяет ему стать чем-то другим, чем-то еще. Принести пользу человечеству, принести пользу Гае, пользу океанам, культурам и видам. А потом происходит еще большее извержение, еще большее движение к поверхности, и проявляется огромная сила. Огромная сила. Требуется время, чтобы появилась огромная сила, и чтобы переместить то, что раньше удерживалось, то, что лежало под давлением плотности. Огромная сила потребовалась для того, чтобы проложить путь через толщу океана на поверхность воды, для того, чтобы стать чем-то другим. И так у вас появляется реакция, у вас появляется смесь ресурсов. У вас есть и вода, и воздух, есть и огонь, и земля, и все это, наряду с эфиром и наряду с духом, собирается вместе для того, чтобы сделать и сформировать что-то новое. Если вы увидели это, то вы знаете, что в результате действительно появляется что-то новое, чего не было раньше. Новый кусочек суши, который можно отметить на карте. Новые возможности. Можно увидеть, что на Земле появятся даже новые создания, которые еще даже не занесены в каталоги, создания, существование которых только предполагалось, создания, которые были ограничены этими водами и которые за счет уникального стечения обстоятельств получили возможность стать чем-то новым. Новым в воде, новым на Земле и новым способом взаимодействия с человечеством. И вы увидите только начало. Только начало. Это то, что проявляется, когда появляется возможность. Однако как появилась эта возможность? Этот вопрос мы также немного исследуем. Представьте, что человечество живет внутри коробки, или, например, в земле, неважно, как мы назовем эту коробку, и вот появляются новые идеи, и всем говорят: дорогие существа, дорогое человечество, подумайте, а что находится за пределами ящика, не ограничивайте себя пределами этого ящика, задействуйте свой мозг по-другому. И вот сначала появляется один человек, а потом уже много коробок, которые направляют свои мысли за пределы этого ящика. И затем, после того, как они думают таким образом достаточно долгое время, они начинают перемещаться за пределы этой коробки или этого ящика, выходят за его границы, как будто выходят из комнаты или из дома. Человек начинает переходить из одной среды обитания в другую. Сначала неуклюже, он начинает исследовать новую мысль, новую идею, новую вибрацию, новую технологию, новые схемы, как бы вы это ни назвали. И такое исследование приносит удовольствие, поскольку оно приносит что-то новое, что-то оригинальное, потому что это происходит за пределами ящика. А за этим человеком тянутся другие. Они следуют за ним и говорят: ну, если там безопасно снаружи, то я, конечно, выйду вместе с тобой. А потом выходит еще один, и еще один, и еще один. И это движение продолжается, и в конце концов вдруг оказывается, что уже много народу собрались за пределами коробки. И затем наступает момент страха, поскольку вы начинаете узнавать: а, вот это я уже знаю, вот это я тоже знаю. Если они все здесь, и я здесь, то кто же остался внутри коробки? Поэтому и наступает момент страха. Многие начинают интересоваться, а принадлежу ли я этой среде обитания, этому новому эксперименту, этой новой истине, или старые вещи более безопасны? Поэтому начинается движение в обратном направлении. Как и многие другие вещи, это движение происходит по схеме «два шага вперед, один назад, один шаг вперед, два шага назад». И все это время разум осмысливает новую идею. И сейчас среди вас есть те, которые продвигаются вперед, и есть те, которые пересмотрели свои идеи, они двигаются внутрь. Поэтому возникает своего рода столпотворение или смятение. И в этом смятении существует трение. Трение от входа и выхода. И нельзя совершенно точно сказать, что или кто приходит, что или кто уходит. Этот момент трения продолжается до тех пор, пока люди не уверены, что будет дальше, что произойдет дальше. И именно в таком моменте вы находитесь сегодня. Итак, сегодня есть люди, которые пытаются вернуться
к привычному пути мышления, к чему-то плотному, знакомому, безопасному. И есть другие, которые начинают исследовать более дальнее пространство, за границей, за порогом, и они не определены, они не уверены по поводу следующего шага, но тем не менее они придерживаются своего направления от тех, кто находится в коробке, а те указывают им еще дальше, еще дальше. Они начинают экспериментировать, и когда они делают это, вы видите, что проходит разделение на тех, кто внутри и снаружи. Старый мир — новый мир, старая парадигма — новая парадигма. Вы не знаете точно, что произойдет, когда это проявится, как это будет выглядеть, но тем не менее это уже начинает приобретать определенные очертания. Посмотрите на Землю. На Земле вы всегда найдете подтверждение, на Земле и в ее царствах. Земля проходит наверх, снизу, но есть и другое движение. Это движение материала, то, что вы называете веществом из падающих звезд. Новый материал поступает на Землю из более дальних регионов космоса. Это приносит нечто новое, новый материал, новый полезный материал. И все это будет даром для тех, кто рассматривает это как дар. Для тех, кто будет впечатлен моментом, так и будет. И будет еще больше. Будет еще больше извержений Земли. Будет еще больше движений Земли. Движений ледников, движений океанов и движений всех элементов на Земле. Все элементы, все стихии сейчас задействованы в создании и проявлении нового мира, новой энергии, новых элементов для вас, человечества, для того, чтобы вы могли их использовать. И в то же время вы увидите уменьшение чего-то, уменьшение количества популяций, а увидите также и увеличение. Все вещи будут взаимосвязаны, несколько разбалансированы, но на самом деле это не так. Они приходят в баланс, в равновесие. Это новое равновесие, новое понимание. Это более высокая истина. Это развертывание. Поэтому, когда вы исследуете свои дни, исследуйте их. Сделайте их приключением. Отметьте меньшие истины, более низкие истины, и пусть они уйдут на фон, на фоновый план. И отметьте и новые истины, которыми вы хотели бы воодушевиться, которые вы хотели бы использовать, и отметьте, что все стихии Земли содействуют в этом. Они все участвуют в этом величии, которое вы собой представляете. И они начинают использовать этот новый материал, новую мысль, экспериментировать, исследовать, и вы вновь увидите, что те, кто выходит из коробки, приходят к более новому, более глубокому пониманию. И с этим пониманием они приходят и к более высокой истине. Это не то чтобы мудрость, это некое становление, это новый материал, который предлагает вам помочь. Это что-то, что вы можете привлечь к себе. Вы можете называть это инструментом, вы можете называть это повседневностью, но тем не менее, замечайте это, потому что простое наблюдение не будет, абсолютно не будет неполным. Наблюдайте и поощряйте себя на движение вперед. Ищите приключений, ведь именно с этого началась ваша жизнь здесь. И с вашими глазами и вашими сердцами, которые вмещают столько страстных желаний, вы можете продвинуться дальше. И эта созидательность вновь придет к вам, будет питать этот момент, она будет двигать вас вперед, даже если она казалась недостижимой. Вы увидите это, и вам доставит удовольствие формирование новой Земли.
Я благодарна за эту возможность поделиться своими мнениями с вами, как всегда. До следующего момента. Мое сердце принадлежит вам, а ваше — мне. Да будет так.